А у меня... Нет, ну надо проверять, посмотрим. Первый раз села на мотоцикл, первое мое открытие сезона. И еще, получается, первый раз девушки проводят такую акцию, получается, во Владивостоке. Прав я пока категория не имею, но активно учусь. Я приехала с подругой вторым номером. Ну, опять-таки, надо. Женщин на дорогах на мотоциклах очень много. И надо, чтобы их было лучше, больше. И очень многие просто. Обыватели не знают о том, что они есть. Вот, поэтому решила. Девушки на мотоцикле, даже на мотоцикле остаются девушками, и им нравится внимание к себе. Почему нет? Наш праздник. Он во всем мире давно уже отмечается, и вот впервые в Приморье мы решили провести эту акцию. А будет прохождение колонны через город, получается, с кольца Третьей Рабочей, через центр на остров Русский. Там небольшая фотосессия памятная. И далее мы едем на условленное место, где у нас будет закрытый байкерский праздник, где мужчины нас встретят, поздравят. И мы, собственно говоря, этой акции хотим привлечь внимание водителей в автомобиле, чтобы они аккуратнее относились к водителям на двух колесах. Мы будем на